Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Привет, народ! Или по-мужицки здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня я вам покажу очень легкий соло-глич на деньги. Что ж, не буду долго тянуть. Погнали. Итак, приезжаем в эту точку с 22 часов вечера до 2 часов ночи и спускаемся вниз. Далее поворачиваем все время налево, и после третьего раза мы встречаем тюнингованную машину. Далее просто угоняем ее и везем эту тачку к себе домой. Было бы идеально, если бы ваш дом находился рядом с этим местом, но в моем случае приходится ехать дальше. После того, как мы привезли первую машину, делаем все точно так же. После мы встречаем такую же машину, только желтую, также везем ее домой. Таким образом, вы можете заполнить полный гараж и продавать эти машины. Одна тачка стоит 17 тысяч долларов. Это очень легкий фарм, вам почти не надо прикладывать никаких усилий. Ну а на этом все. Если вам действительно понравилось это видео, то не забудьте поделиться им с друзьями, а также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.